Your picture is up on every wall of my mind. Anywhere I turn, I see you all the time. Oh, why? Сегодня мы с Михаилом, он у нас лыжник. Посмотрите, эти все приблуды. Вот, вот на таких приблудах мы сегодня будем ездить. Сразу говорю, товарищ, я ни разу не стоял на этом ничем, поэтому я как новичок буду. Всем привет, друзья. Канал Михаила я укажу дальше в описании будет. С нами еще, как всегда, мой друг Артем. Привет всем. Ну все, начинаем снаряжение одевать и погнали. Так, я еду, как говорит Миша, на классике. А у тебя? У меня конек. Ну, в общем, покатаемся и на классике, и на коньке. Попробуем на каждом. Так, в общем, специнвентаре. Как? Так, одевай. Вот сейчас, да. Вот видишь крепление, смотри, как механика. У тебя засовываешь, вот тут для четырех на ботинке. А, сюда? Да, все, защелкиваю. Куда там? Сейчас сюда, в резинку, да? Да. Тебе надо вот это, да, в резинку. Вот так, да? Все, да, теперь на себя. Все, защелкиваю. Прекрасно. Ты мне основу покажи, как начинать. Смотри, в общем. Как отталкиваться, как что? У тебя сзади стоит. Подожди. Ром. Ты когда вот ты едешь, ты оттолкнулся, включился, как? Вот, отталкиваешься. А, вот как, да? На лыжах, да? Получается, смотри, Миша. Получается, смотри, ты противоположная рука-нога, да? Да. Как в боксе, короче. Во-первых, равновесие ты хорошо держишь. Замечательно. Все, толкнулся. Но. Все, включился. Не могу понять вот это место, вот когда спереди у меня нагрузка вообще не отпускает прям ногу. Вот в этом месте спереди, вот когда нога передняя остается, она просто грузится и вообще. Ну это пройдет, это же по первости, это нормально, мышцы привыкают, понимаешь, они же как бы. Ну жесткая тема. Я вообще. Не, я думал, что намного. Ну что, встал, думаю, на лыжах же ходил. А это вообще короче. It's so wild ride, taking me high, put me on fire, when I'm with you, when I'm with you, when I'm with you, take me higher, bring me back. Едет матершинник. Вот просто толкаться.
Я могу. Нет, на ногах лучше. О, просто удовольствие. Миша меня спрашивает, нормально или ненормально? Нет, ненормально. Сразу говорю, ненормально. Не могу я, не умею. Нужно учиться. Всего лишь 10 лет, наверное, учиться. Нет. Рожденный бить в перчатках лыжником не станет. Нет, никогда. Если бегать, то да, может быть. Тяжело. Голеностоп забивает. Если кто-то думает, что это просто, попробуйте. Миша, вообще, скажи, давно занимаешься вот этим? Да, вообще 8 лет с первого класса. Да? Ну, небольшой, да, там застой, лет 5 не занимался. В этом году опять вернулся. В принципе, думаю, что достигну результатов не так долго, так как уже фундамент построен. В принципе, так же, как в любом виде спорта. Вообще, получается, все лыжники летом бегают вот на таких роллерах. Как они называются? Лыжи-роллеры называются. Лыжи-роллеры. Вот оборудование, скажу вам, как говорит Миша, достаточно недешевое удовольствие. Да, очень. Как бы, если вас не спонсирует какая-нибудь спортшкола, если вы от своего энтузиазма, то да, как бы, ну, в принципе, весь спорт дорогой. Чтобы купить там палки, они 5 тысяч стоят. Может быть, для кого-то это не цена, ну, например, для меня это как бы деньги. И ну, перебью тебя. А да. Это у тебя на ногах, что это у тебя? Последствия с этого спорта? Это да, последствия, бывает, летом падаешь. Ну, Артем у нас на простых роликах. Да. Я сейчас ему дам попробовать попозже немножко, чтобы он понял. Так. Так, ну, мы пробуем теперь Мишины. Как эти называются? Это коньковые. Коньковые, да? Разница у них в том, что они по длине короче, 60 сантиметров. И нету отката, да? Нет? И нету заднего, да, как бы. А, так ты можешь хоть сказать, что они и вперед-назад катятся? Да, они вперед и назад катятся. Вот смотрите, друзья, эти вот лыжи-роллеры, у них вообще еще тяжелее кататься для новичка, потому что нога ходит, получается, вот туда-сюда, это первое. Туда-сюда они катаются и неустойчиво, чувствуешь себя вообще незащищенным. Как будто как в боксе получаешь удары в открытое лицо. Ой-ё, вообще. Чё-то, короче, не, Миха, это вообще, конечно, вот эти. Я вообще думал, если честно, думал, что, честно, вот, ну, такое вот у меня было, сегодня я ехал навстречу к тебе, и думаю, сейчас стану, что мне, как на лыжах, что я не смогу, что ли, пробежать на лыжах, ерунда. А оказывается, в каждом виде спорта свои нюансы. В общем, ребята, смотрите, как я качусь. Вот только так я и могу. Вот так вот. Поставил две ноги и вперед двумя палками. Сейчас у Олеговича на следующей лавочке поменяю ролики, попробовать ему там, а сам на роликах поезжу. На тех полегче. Да. Вообще, мое впечатление, если честно, от них трудно, по крайней мере, азы что-то, вот на тех еще роликах у меня что-то голова как-то маленечко включается, но не то. В общем, я просто отталкиваюсь и качусь, но я передеваю лыжи-роллеры на привычные мне ролики. Отдаем Артему это все приблуды, чтобы он попробовал и оценил. И едем дальше. Ну, ребята, на роликах
достаточно комфортно мне ездить, так как я в свое время и в хоккей играл. А никак не тормозить. Ну попробуй. Попробуй конек. Конек, горбунек. Ну они нет, они сами как-то ну вообще, вот как тебе вперед, вперед-назад катиться, а? Не, ну а ты покажи. Не, а ты покажи, как нормально. Ну, нет, ну а как? Покажи. Я поехал на Олимпиаду. Что, на Олимпиаду? Да, да, да. Так что, ребята, достаточно, ну, трудоемкая учеба дается мне на лыжах. На роликах нормально. А это что за, что это за, не знаю. Мой раб. Раб? Раб. У вас есть свой раб? Конечно. Ничего себе, муж что ли? Нет, мужа нет, раб есть. А мужа нет, раб есть. Раб. Пока мужа нет, есть раб. Да вы что? А раб какой вообще? Мужчина, женщина? А в татуировке вижу мужчина. А-а. Нет. Татуировка и не мужчина раб. Ничего себе, можно посмотреть татуировку? Сам просто весь татуирован. А что там? А, это как Black Orc, да? Понятно, знакомая тема. Ладно. А что вообще, что предлагаете? Не, что предлагаете? У нас женский проект «Новое завтра». Ну, расскажите. Женщины себя преобразуют от психологии до красоты. Видите, сколько женщин у нас? У нас вообще 50 женщин уже преобразовали себя. И все вышли замуж вообще. А сейчас, а вот все, кто это, все незамужние женщины? Да, там есть. Ребята, кто в Красноярске, кто смотрит мой канал, а здесь частенько появляетесь? Нет, первый раз вышла. Первый раз. Давайте быстро шуруйте на Татышев в выходные, где-то вот на пересечении, здесь их много. Keep up going in your pace, but now I'm all back up in your space. So Артём, может тоже от бедра? А? Вот видели, какие бедра тут? Ну, как бы на любителя, да. Ну, мужчины всякие есть. Есть полненькие девчонки, нравятся. Поэтому, да, давайте. Смотрите, там сколько их незамужних. Все ждут вас. Ах, да, ребята. У меня ведь есть еще, кроме канала, и Инстаграм. И группа ВКонтакте и социальные сети. Все ссылки будут внизу размещены. Артём, Олимпиада ждет тебя. Слышь, ты же без допинга. По-любому мельдоний даже не употребляешь. Или употребляешь мельдоний? А? Да, с утра накатил мельдоний. С утра? Короче, жертвы уже есть. Артём, не, нормально. Артём, вот смотрите, первая травма. Все. До свадьбы доживёт. До свадьбы? До какой? До пятой? Ребята, ну, мы закончили это мероприятие. Двигайся постоянно, иначе ничего не получится. Всё-таки в кроссовках. Все, и назад. Лучше, теперь комфортнее. И назад, и назад, и назад. Так, что я скажу про эти лыжи-роллеры? Ну, это не то, что на любителя.
Это для людей, кто занимается лыжами, ну, там профессионально или бегает. А вот для них, наверное, это как раз самое то. Для меня некомфортно немного, потому что ноги трясутся, разъезжаются. Тем более это для меня новый вид спорта. Ну, ничего страшного, я буду пробовать во многих видах спорта. Ребята, мы закончили с Мишей тренировку. А, Миша, расскажи немножко о своем канале. В общем, ребят, еще раз привет. Это лыжник. У меня есть канал, связан он со спортом разным, так сказать. В общем, как бы, так сказать, мой главный спорт – это лыжный спорт. Ну, я стараюсь уделять еще каким-то видам. То есть он общественный, там, я готовлю есть, показываю, что кушаю, про питание. В общем, он такой познавательный, ну, не особо развлекательный. Кому он понравится, может зайти, я ссылку оставлю внизу в описании. Ну а мы, присоединился к нам еще один участник, это мой друг и товарищ Серега. Привет. Помните, может быть, по спортзалу Да Винчи, ссылка будет где-то вот здесь или вот здесь, мы тренировались с Серегой. Мы немного подтягиваемся, поджимаемся. Закончили тренировку совместную с Мишей, лыжником. Теперь Мишу, теперь как будет, ну, прозвище Миша Лыжник. И Артем, по старой традиции, Артем нам расскажет анекдот. Короче, мужик приходит к доктору. Громче. Мужик приходит к доктору. Говорит, доктор, говорит, что за херня? У меня живот со вчерашнего вечера, ну, болит ужасно, не могу, ночью не спал, говорит. Посмотрите. Ясно. А что вы ели? Ну, голубя ел. Понятно. А вы голова голубя ели? Ну да, поймал, ощипал и голова голубя ел. Ясно. А вы голову голубя ели? Ну да, и голову голубя ел. Ясненько. А вы голую голову голубя ели? Ну да, голую голову голубя ел. Доктор, ну а в чем может быть причина отравления это? Я не знаю, вам надо к другому врачу. Я логопед, чем смог, тем помог. Ладно, друзья, всем счастливо. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мои социальные сети, на мой канал «Спортивный дед». Всем пока.